Ну, я считаю, что, так сказать, я не против национальной платежной системы. Я считаю, что лишним это не будет. Это, может быть, не знаю, как даже подстегнет и подтолкнет нашу финансовую систему какому-то, может быть, ну, совершенствованию. Я не знаю, я не профессионал в деньгах. Вот. Но важно, конечно, чтобы эта платежная система работала и у нас, и за границей тоже. Вот. Ну, не знаю, насколько это возможно. Вот. Поэтому, ну, если будет какая-то, например, одна карточка для того, чтобы пользоваться в России, и ей будет удобно пользоваться в России, а другая какая-то карточка нужна будет для того, чтобы пользоваться где-то еще, то в этом тоже ничего страшного не вижу.